Мы продолжаем знакомить вас со славянцами, с честью выполняющими свой воинский долг в рамках специальной военной операции. Сегодня в рубрике «Герои спецоперации» мы хотим рассказать о нашем земляке Павле Васильевиче Деревянко. Он служил в советской армии, имеет воинское звание прапорщик, командир взвода. Летом 2022 года Павел Деревянко убыл в составе добровольческого отряда для участия в специальной военной операции. Около 6 месяцев отбивал атаки превосходящих сил противника. За проявленное мужество и отвагу Павел Васильевич награжден медалью ордена за заслуги перед Отечеством 2-й степени. Павел Васильевич Деревянко, герой спецоперации.